Нанять хорошего юриста может себе позволить и не каждый субъект хозяйствования. Каждый выкручивается из сложных ситуаций как может. Кто-то ищет информацию на форумах, кто-то спрашивает и консультируется у таких же предпринимателей, как сам, а кто-то и вовсе доверяет бизнес лишь своей интуиции. Мозовский бизнес-центр оказывает конкретную помощь всем желающим, у кого есть свое дело. Так, на семинарах юридической терапии, проводимых бизнес-центром, можно поделиться своими мыслями, проблемами и, главное, получить бесплатную квалифицированную помощь сотрудников центра. Бизнес-центр это мероприятие проводит уже в течение 3 месяца. Это середина мероприятия, цель основная – повысить юридическую грамотность предпринимателей и руководителей малого и среднего бизнеса при проведении проверок контролирующих органов. Бизнес-центр не первый год на рынке оказания услуг юридического характера. За плечами оного множество проектов как национального толка, так и абсолютно интернациональных. Свою компетентность в сфере юриспруденции и бизнес-центр подкрепил получением гранта из Центра частного предпринимательства САИП и всевозможным количеством иных наград и стипендий. Это международный проект с участием Торгово-промышленной палаты Соединенных Штатов Америки. Был объявлен конкурс. Этот конкурс был опубликован в печати. Мы приняли в нем участие и победили. За время проведенного тренинга было рассказано представителям малого и среднего бизнеса об их правах на рынке, о вопросах взыскания задолженности через суды различных инстанций и защите собственных прав при проведении проверок государственными органами. Но на этом помощь будущим акулам бизнеса не заканчивается. В ближайших планах бизнес-центра фигурирует проведение бесплатного 4-месячного консультирования по вопросам бизнеса в режиме онлайн и издание нескольких брошюр по самым острым тематическим вопросам. Если мы не в состоянии дать ответ сразу, мы предлагаем либо приехать к нам, либо позвонить позже. В виде заключения хочется добавить, что ведение хозяйственной деятельности сопряжено с множеством рисков. В их основе лежит незнание законодательной базы и элементарное нежелание вникать в суть проблемных вопросов. Благодаря высокой подготовке специалистов из бизнес-центра, частный бизнес как малого, так и среднего звена может заметно окрепнуть и начать приносить долгожданную прибыль. Евгений Степанович, Вячеслав Приписнов, Вероника Шепелевич, телеканал «Мозырь».